Глава Северского района Андрей Дорошевский проинспектировал строительство скверов в селе Львовском и станице Григорьевской. Работы здесь ведутся в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды. Жители, принимая активное участие в голосовании, сами выбрали общественные территории для благоустройства. В Григорьевской решили разбить сквер перед местным домом культуры, здание которого совсем недавно капитально отремонтировали. Здесь завершили работы по устройству тротуаров, детских и спортивных площадок, установке малых архитектурных форм, скамей для отдыха и ограждений. Далее заменят освещение. Сейчас на территории работают озеленители. Новый сквер в скором времени откроется и в центре села Львовская. Сейчас занимаются укладкой тротуаров. В проекте есть зеленая зона, где высадят более десятка молодых саженцев деревьев и установят 11 скамей. Работы на обоих объектах должны завершиться в нынешнем году.